Вот такой мотоцикл ТТР 93-го года. Общая оценка данного мотоцикла 3. 3 у него стоит. Почему? Потому что ходовая часть у него С, то есть 3. И внешний вид тоже С3. На правой стороне отсутствует крышка. Здесь японец сделал вот такой кожух. Перекладина такая. Здесь подсумок. Задний баллон покатать можно, но уже весь в трещинах. Задний тормозной диск. Скажем так, что ну, отлично. Колодки здесь тоже неплохие. По ходовой, скорее всего, потому что шток. Вот такой уже рама стоит. Оценка Б, то есть четверка, но ржавчина присутствует. Вот такая. Двигатель стоит у него на хорошо. Именно по технической части рабочий. Переднее колесо. Вот с такими проблемами. Передний обод. Ну, отлично. Смысл еще в том, что у него почему-то отсутствует тросик на передний тормоз. Почему так японец сделал, непонятно. Стоит нештатный выхлоп. Защита рук. Отсутствует одно зеркало. Гофры не порваны. Вот такие уже суховатые. Двигатель чистенький, без потеков, каких-то коррозий, царапин и так далее. Звезда у нас на четверочку. Цепь уже похлябана. Успокоитель плачевный. Задний обод тоже на отлично. То есть нигде не ржаво, коррозии, ничего такого нет. Ну, рама я уже показывал. Есть вот такие вот недочеты в виде ржавчины. Бак абсолютно целый. Сиденье не порвано. Сейчас покажем внутри. Абсолютно чистенький. Крышка, все чисто. Никаких коррозий. Ручки целые. Декомпрессор. Датчик температуры стоит. На аукционе пробег у него указан 7806, на приборной панели 8806. В связи с чем, тоже пока непонятно. Сейчас произведем запуск. Аккумулятор у него совсем мертвый, сам не запускается. Ну, вот мотоцикл помыли, вот так он запустился. Температура в салоне где-то у нас сегодня минус 1.0. Примерно так. То есть двигатель работает очень хорошо. Задний стоп-сигнал не работает. Возможно, перегорела лампочка. В основном электрика вся работает исправно. Мотоцикла один ключ. Вот такой экземпляр.